Здравствуйте! Мы сейчас находимся в доме музея Джуны на мероприятии «Уникум 21 век». Расскажите, что вас сюда привело и в чем ваша уникальность? Здравствуйте, меня зовут Варвара Олеся, я эстрадно-джазовая певица. Сюда, в общем-то, мы узнали об этом мероприятии от своих знакомых, и вот они нам предложили здесь выступить, заявить о себе. В общем-то, вот так мы здесь и оказались. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Меня зовут Нарват Михаил. Я эстрадный и народный певец. Мы, как вот Олеся сказала, здесь по приглашению наших общих знакомых пришли себя показать и посмотреть на других также. И что вы сегодня увидели на нашем мероприятии? Увидели вы здесь действительно уникальных личностей, с которыми бы вам хотелось поддерживать общение? Личностей уникальных, в принципе, как бы, смотрели мы, как люди давали какие-то интервью, говорили разные тексты, очень много разных интересных людей. Просто сама атмосфера самая интересная атмосфера дома. Здесь, то, что это дом Джуны. Вот я, например, раньше ничего о ней не знала и познакомилась вот с ее творчеством, и немножко о ней мне тут рассказали. Мне кажется, это действительно вот какой-то уникальный человек, тем более, что она всех здесь собирает. И атмосфера дома очень так располагает к общению, очень располагает к приятному обществу. Но, если честно сказать, тяжело здесь находиться, давящая такая атмосфера, немножко, наверное, чувствуется то, что здесь проживала женщина такая, да? Именно вот чувствуется энергетика. С хорошим таким сильным чувством, наверное, интеллекта. Прекрасно. И да, такая вот сильная женщина с экстрасенсорными способностями. Вот, кстати, про это я и хотела спросить. Доводилось ли вам встречаться в своей жизни с людьми, которые бы вас поражали своими способностями? А может быть, кто-нибудь силой мысли что-нибудь двигал? Или лечили вы кого-нибудь на ваших глазах? Расскажите, пожалуйста. Тебе доводилось? Мне, честно, не доводилось. Мне тоже не доводилось. Видели, что-то слышали, может быть, от своих знакомых про таких людей, нам рассказывали, что они там действительно что-то могут. Но если моя личная... Я думаю, каждый человек уникален. У каждого есть какие-то способности, есть у каждого, просто их надо развивать. Потому что я, например, тоже был на кастинге «Битвы экстрасенсов». Не попал, но с достоинством прошел. Интерес. То есть вы думали, что находясь там, в такой, можно сказать, чрезвычайной ситуации, когда уже надо собраться, у вас откроется третий глаз, и вы что-то увидите? Нет. Мне кажется, просто это был интерес. Возможно ли человеку, который, в принципе, раньше не показывал каких-то таких способностей интересных, возможно ли такому человеку попасть на такой конкурс? То есть честность проверяли, можно даже так сказать? Ну да. И насколько вам... удалось продвинуться, то есть пообщались ли вы с кем-нибудь, увидели его там? Нет, мы все, кастинг проходил отдельно, по времени каждый приходил, и все было чисто регламентировано по таймингу, поэтому никого не видел, наполовину прошел задание, там два задания, одно прошел, второе не прошел, поэтому, как я думаю, меня и не взяли. А что вы можете сказать о картинной галерее Джуны? То есть есть несколько мнений, то картины злые, то картины пропитаны какой-то космической энергией. А вы выступали среди этих картин, подпитали ли, может быть, они вас чем? Мне показалось, я ничего злого уж точно от них не почувствовала. Вообще я в каждом лице на картине видела ее лицо или что-то везде, в детях, там, в мужчине, в женщине, даже в кошке какой-то, собаке. Так интересно. Видно, что этот человек явно мыслит широко, то есть сознание у него очень расширено, что ли так сказать. Такие непростые. Немножко напомнило разных художников мне. Разве что. Стиль. В принципе, я могу сказать одно об этих картинах. Странные. И все. Странные. Вот на кухню бы такой повесили? На кухню? Я бы точно нет. Я бы попробовал. А почему нет? Может, аппетит разыграть? Просто поэтому. Хорошо. Расскажите, будете ли вы принимать участие в дальнейшем развитии проекта «Уникум 21 век»? То есть, если мы вас пригласим дальше, пойдете ли вы и приведете ли вы своих друзей, которых считаете уникальными? Если нас пригласят... Мы с удовольствием. Если нас пригласят, то мы придем.
Обязательно. И приведем. И приведем. Хорошо, спасибо вам за ваши ответы. Было очень приятно с вами пообщаться. Удачи вам. До свидания.